В автомобиле КАМАЗ был оборудован тайник в виде металлической емкости, которая была отгорожена деревянной решеткой и заставлена пластиковыми ящиками. Кроме этого, сотрудники полиции обнаружили еще два тайника в автомобильных полуприцепах. Они представляли собой также емкости, сваренные из металла, которые были оборудованы заливными горловинами и сливными шаровыми кранами. В одной из них находилась прозрачная жидкость с характерным запахом спирта. Обнаружены цистерны с жидкостью прозрачного цвета, с запахом спирта. Бочка металлическая, коричневого цвета, оранжевого. А там еще одна бочка, да? Трубы. В настоящее время вся спиртосодержащая продукция изъята и направлена на экспертизу. Предположительно, в данном ангаре фальсифицированный алкоголь разливался по 5-литровым емкостям и в дальнейшем поставлялся в магазины Волгограда. Комплекс следственно-оперативных мероприятий продолжается. Сейчас сотрудники полиции устанавливают, кому принадлежит изъятое имущество.